Священный Коран во все времена служил маяком для ученых, озаряющим им путь, одновременно являясь для них источником вдохновения. Семья выдающегося ученого, родившегося в 821 году Сабит бин Курра, не исповедовала ислам. Однако призыв ислама к поиску новых знаний и изучению наук впечатлили Сабита, и он принял эту религию. Он получил прекрасное образование для своего времени. Он знал арабский, арамейский, древнегреческий и латынь. Изначально он занимался ювелирным делом, продолжая семейную традицию. Однако тяга к знаниям и наукам привела его в Багдад. В Багдаде он познакомился с одним из братьев Бени Муса Мухаммадом, посредством которого он окажется в Байт-уль-Хикма. Он станет одним из четырех главных переводчиков Байт-уль-Хикмы с самого момента его основания. Он перевел сотни произведений в основном с древнегреческого. Однако он не хотел довольствоваться лишь переводами. Вместе с одним из братьев Бени Муса Мухаммадом он начинает заниматься математикой и астрономией. Вскоре он всецело погружается в исследования, которые намного опережают его эпоху. Работая в сфере математики, астрономии и медицины, он совершает новые открытия. Также немало им было сделано и в области геометрии. Он был первым, кто смог адаптировать геометрию под арифметику. Еще за 800 лет до Ньютона Сабит бин Курра откроет дифференциальное исчисление. Ньютон же предложит европейской науке дифференциальное исчисление лишь в 17 веке, что свидетельствует о важности открытия, совершенного бин Куррой. Сабит бин Курра не меньше других исламских ученых тяготел к новым исследованиям и научным открытиям. Именно это желание двигало бин Куррой заниматься исследованиями в разных направлениях. Вскоре его усердие в сфере математики увенчается успехом. Он откроет тригонометрию окружности, усовершенствует на основе интеграции проблемы площади поверхностей и удельной массы. Кроме того, он раскроет теорию синуса и применит ее в астрономии. Его усиленный интерес к математике и астрономии в последующем позволит достичь еще больших успехов. Курра был одним из тех ученых, благодаря которому геометрия получила свое распространение в Европе. Западный ученый, оценивая вклад в развитие геометрии Ибн Курры, напишет следующие строки. «Мы обязаны мусульманам за связь алгебры с геометрией. Во многом это заслуга Сабита ибн Курры, покинувшего этот мир в 900 году. Как отметил Шамсиддин Сами в первой тюркской энциклопедии, открытие калькуляции также принадлежит Сабиту бин Курре. Однако, сделавшее Сабита бин Курру всемирно известным ученым, было совсем иное открытие. Его исследования и открытия становились ступенью для новых достижений. Халиф Аль-Мамун поручает ему определить размеры Земли. Он поделит мир на 360 меридианов. Сделав правильный расчет между двумя меридианами, он будет первым ученым, который вычислит экватор земного шара. Сабит бин Курра был первым ученым, сумевшим правильно вычислить радиус Земли. И если сравнить современные расчеты, то погрешность, допущенная им, составит... Его расчеты позже были переняты европейцами. Открытия, сделанные Сабит бин Куррой, способствовали успешным путешествиям мусульманских исследователей. Более того, существует предположение, что Христофор Колумб, открывший Америку, как, впрочем, и другие первопроходцы, пользовались открытиями Курры. Скончавшийся, по некоторым предположениям, в 901 году, этот ученый оставил после себя сотни переводов научных книг и 79 собственных произведений. 25 из них были посвящены философии, астрономии и математике, 21 – медицине, а 2 – музыке. В следующей серии
мы расскажем вам о прославленных в исламском мире братьях, о братьях Бени Муса. Узнаете об истории трех сыновей Мусы бин Шакира, стоявшего у истоков открытия Байтуль-Хикма, в нашей программе «Мим».